Сергей Киряков на протяжении много лет блистал в Бундеслиге. Вот, Сергей, почему сейчас, вот мы с тобой на эту тему говорили 2 года назад, почему нет в Германии ни одного российского футболиста в Бундеслиге? Ну, здесь два момента, которые влияют на то, что наши футболисты, в общем-то, мало здесь, вообще, правильно сказать, практически нет. Вот это первое, не хотят уезжать из России, где, в принципе, не надо прилагать какие-то очень большие усилия, чем здесь, очень тяжело, да, проявлять себя здесь. Ну и второе, это, наверное, высокие зарплаты, которые есть сейчас в нашем футболе, особенно для молодых игроков, которые, кстати, и портят. Это, в общем-то, наша, наверное, основная проблема. Не число иностранцев, да, не лимит иностранцев, вот, а вот именно вот эти контракты, которые не способствуют росту наших молодых игроков. То есть, получая большие деньги в таком возрасте, они, в общем, успокаиваются, думают, что все, в общем, всего достигли. Вот, и соответственно, их отношение к делу расхолаживается. Поэтому нам, конечно, в ближайшее время нужно как раз в этом компоненте что-то сделать. Серьезно провести реформы, законы. Наверняка нужно узаконить, всем делать одинаковые зарплаты до какого-то возраста. Вот. Но это отдельная тема. Ну а кто мог бы поиграть? Кокорин, например, мог бы поиграть в Бундеслиге? Ну, сейчас тяжело сказать. В принципе, есть у молодых наших потенциал. Вот. Это Смолов, Кокорин, те люди, которые... Дзюба, которые могут играть за рубежом. Вот опять же, ну, вопрос в отношении к делу. Здесь же, зная собственный опыт, каждой тренировкой нужно выкладываться на все 100%. К сожалению, у нас менталитет не позволяет это делать. Вот, поэтому здесь возникают большие вопросы, а смогут ли они себя проявить здесь. Это тоже такой момент очень важный. Вот. Ну и, естественно, скауты зарубежных клубов, когда много ездят, смотрят все турниры, естественно, делают соответствующие выводы, когда наши игроки не проявляют себя, естественно, есть спрос на них. Ну а все-таки вот в преддверии чемпионата мира в домашнем, в 2018 году, было бы важно, чтобы 5-6 игроков поиграли в западных клубах на приличном уровне? Это всегда важно, когда игроки играют в сильных чемпионатах, игроки изучают особенности тех или иных футбольных школ, вот, которые, естественно, помогают им успешно играть за национальную сборную своей страны. Поэтому это очень важно. Но, к сожалению, у нас на сегодняшний момент таких игроков нет. Вот, естественно, мы надеемся на то, что только уровень внутреннего чемпионата у нас будет расти, и, соответственно, здесь игроки должны прогрессировать. Ну, посмотрим, время как бы есть, хотя его не очень много. С другой стороны, у нас растет очень хорошая молодежь, да, но вот вопрос в том, успеют ли они, которые, кстати, сейчас стали серебряным призером чемпионата Европы до 19 лет, сумеют ли они подойти, сумеют ли набрать, скажем так, вот этот вот потенциал, вот этот, да, который у них есть, для того, чтобы безболезненно перейти во взрослый футбол и сразу влиться в национальную сборную. Здесь, конечно, вопрос. Здесь может времени не хватить. Но в любом случае будущее у российского футбола есть.